Мы регулярно отвечаем на ложные и клеветнические заявления Армении, постоянно обвиняющей Азербайджан в удерживании армянских военнопленных. Азербайджан привержен верховенству международного права, в том числе соблюдению обязательств по международному гуманитарному и правам человека, касающихся операций по задержанию и обращению с заключенными. Азербайджан освободил и вернул всех армян, имеющих статус военнопленного, как предусмотрено в трехстороннем заявлении, а также в соответствии со взятыми на себя обязательствами в связи с международным гуманитарным правом. Об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдулаева, комментируя обвинения Республики Армения в связи с военнопленными. Она отметила, что в настоящее время в Азербайджане под стражей находятся армянские провокаторы, незаконно отправленные на территорию Азербайджана спустя несколько недель после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, предусматривающего прекращение всех военных действий. Согласно собранным азербайджанской стороной информации и доказательствам, после окончания военных действий в течение последней декады ноября из Ширакского региона Армении на территорию Азербайджанской республики была направлена группировка численностью более 60 человек. В конце ноября и декабре 2020 года члены этой группировки совершили террористические акты в отношении гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана, убили 4 азербайджанских военных и тяжело ранили 1 гражданское лицо, сотрудника компании мобильной связи, которая выполняла свою работу по восстановлению линии связи в регионе, разрушенном в годы армянской оккупации. Азербайджан содержит этих лиц под стражей на законных основаниях как в соответствии с международным, так и внутренним правом. В соответствии с законодательством Азербайджана они обвиняются в совершении убийства, диверсии и других преступлениях. В соответствии с законами в настоящее время Азербайджан проводит детальное расследование в отношении всех лиц, задержанных после 44-дневной Отечественной войны, оценивая имеющиеся против них доказательства. 4 мая 2021 года Азербайджанская республика в качестве гуманитарного шага вернула в Армению 3 задержанных без предъявления обвинений. Учитывая, что Армения постоянно представляет вопрос в искаженной форме, наша страна продолжает расследование, обеспечивая еще большую прозрачность в связи с причинами, условиями содержания и обращения с задержанными лицами. Азербайджан остается приверженным выполнению взятых на себя международных обязательств, в том числе путем обеспечения законного, справедливого и гуманного обращения с заключенными, сказала Лейла Абдулаева.